Итак, срочная новость. Пользователей сети удивили квадратные облака в небе. И так как мы можем видеть с вами действительно очень удивительное явление, просто необъяснимое. Настолько четкие и ровные края, угол 90 градусов. Это просто чудо какое-то. Квадратные облака. Видели вы когда-нибудь что-нибудь подобное? Напишите в комментариях, и что вы думаете, в результате чего образовались такие облака. Напомню, что некоторые, скажем так, жители нашей планеты считают, что нет никакого неба, космоса и солнца, и все это голограмма. И иногда эта голограмма дает сбои. Честно сказать, вот в данном конкретном случае именно только вот это и лезет в голову. Пишите в комментариях, что вы думаете. Будет интересно почитать ваше мнение. На кадрах изображены идеально ровные квадратные облака диаметром в несколько километров. Сообщается, что видеозапись была снята в штате Аризона в городе Тусон. Единственное, с чем просто невозможно поспорить, что действительно это потрясающее явление и смотрится просто как в сказке. Жалко, что нет дополнительных каких-то видеороликов. Если у вас будут ссылки, пожалуйста, пишите в комментариях ссылки на новые ролики подобного сказочного явления. Подписывайтесь на наш канал, и вы будете в курсе всех самых интересных событий. Всего доброго и до новых встреч!